Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дред, и сегодня мы продолжаем играть в такую игрушку, точнее даже проходить игрушку под названием Last Day of June. Погнали. На заднем плане у меня будут какие-то шумы, вот, и поэтому не обращайте на них внимания, а мы продолжаем, да. А? Что? Остановились мы, напомню вам, на том, что мы спасли жену, но... Как вы видите, ее с нами нет, и вы можете сами догадаться, что случилось. Мы ее не вернули. Почему? Спросите вы. Потому что в этом городе, где мы живем, полно дебилов, долбоящеров, которые не умеют водить, не умеют вообще ничего делать. Просто, блин. Из-за этого мы попадаем в аварии. Давай, коляску. Поехали. Так, вспоминаем управление. Управление. Так, нам в эту комнату. Любимая. Давайте вспомним. Я даже знаю итог этой игры. Примерный итог этой игры. Ждем загрузки. Просто. В этом городе или в этой деревушке реально все дебилы какие-то. Во, видите? Я бы не выходил из машины, по сути. Естественно. Вторая, ребят, авария. Вторая, мать ее, авария. Окей, сейчас мы этого избежим, конечно же. Сейчас мы спасем. Да-да, чувак, это не мелкий. О, боже мой. Что же творится? Какой у них сильный ветер. Ладно. Мы не унываем. Мы едем. Где эта дверь открылась? О, господи. А какая дверь открылась? В смысле? А, эта дверь открылась. Я-то думаю. Ладно. Понятно. Открываем дверку. Ну что же? А вот и она. Так, нам сюда же? Нам сюда. Авария-то вот с ней произошла. Ну, привет. Так, она появилась у нас в доме. И это прекрасно, замечательно. Поехали. Сейчас мы будем делать так, чтобы эта баба не помешала на смерти нашей жены. Потом будет, как бы, наверное, потом будет вот этот вот чувак с ружьем. И, конечно, будет потом дед. О, да. Как в фильмах ужасов прям. Закрывается дверь. Спасите ее. Давайте спасем ее. Без проблем. Я ж такой благородный. Так. Ждем загрузку. Башня с часами. О, это мы. Рассматривает альбомчик. Она в этого чувака, получается, была влюблена. Понятно.
Извиняюсь. В смысле, зачем ты выбросила? Ты офигела, что ли? А ну, достань. Ну, что это такое? Закрываем коробки. Господи, я забыла отдать ему эту вещь. Берем свою модную шляпку. Тук-тук-тук. Эй, кто-нибудь дома есть? Привет. А я вот это тут нашла у себя под коробкой. Вот, на, забери. Но она-то у нас влюблена, по-любому, как бы. А, я хотела... А, нет, ничего. И он такой, типа, чего? Типа, нифига не понял, что произошло. А, какая я дура. Ну, естественно, ты дура, профукала такого мужчину. Но, бабень, расстраиваться не надо. У тебя есть муж с усами, и у тебя есть сынишка. Убери, убери, правильно. Ну не в мусорку, а давай в эту коробку. Давай. Молодец. А, они переезжают. Скорее всего, понятно. Слушай, может ты мужа попросишь или сынишку? А? Куда ты? А, ну вот, видите, они поехали этот отдыхать туда, на тот пирсик. Ну, знаете, это хороший как бы для нее способ убить его жену, как бы. Последняя коробка. Как хорошо было в этом доме, наверное, думает она. А местечко реально прикольное и красивое. Точнее, даже более, ну, как сказать, красивое. О, какие мы прям. Халк. А может быть, ты поставишь коробку? В смысле? Бабень, ты какая-то серьезная и нелогичная. А, Гиги, что? А, вот, все. Молодец. А теперь бери эту коробку. Погнали. Правильно, двери за собой надо закрывать. Так, по лестнице. Так, где у нас машина? Воу! Ты чё, бабень? Короче, понятно. Поставь коробку. Шпингалет. Сейчас, подожди, а где у нас машина находится? А, вон машина, всё. Погнали. Да ты дура, что ли, блин? Ходи аккуратней. Да ты, блин, ну... Машина, вон! Господи ты, божечки ты мой, просто. Господи, вот что это такое? Я... Понятно. То есть для чего я эту калитку открывала? Господи, боже мой, баба, ну ты почему такая нелогичная? Господи, почему ты по лестнице не можешь коробкой пройти? Или их убрать надо? А как я тебе их уберу, подожди? Ногами, что ли? Или мне подогнать грузовичок сюда? Не знаю, но на всякий случай отворим эту дверь. Но тут тоже листья. Незадача. Так, а мне нужен тогда этот найти. То ли... Не знаю. А, все, я понял, короче.
Мы такие, идем с ней, идем. Бежать? Зачем бежать? Так ножками перебирает. Открываем эту штуку. Все, вот и все. Берем коробку. Берем коробку. И несем ее к машине. Тан-тан-тан. Ты можешь бежать с коробкой, нет? Ну да, это же нелогично. Обойдем машину. Так. Значит, нам надо... Подожди. Мы должны, мне кажется... Слушай, вот мне... Подожди. А, вот, но она здесь не может пройти, здесь листья. Игра. Ну ладно. Хотя подождите, ребят. Мы потратим немножечко времени на это все. Угу. А, ну вот, отлично. Сейчас мы, короче, коробку поставим. Просто... Авария будет тогда, когда мы как бы уже поедем. Вот. Сгребаем все. Я по-любому сейчас делаю что-то не то. Так, тут мы прибрали немножко листьев. И вот тут надо прибрать немножечко тоже листьев. Как это эффективно работает. И чтобы такие дуры, как мы, а мы немножко... О, прикольно. Может быть, еще где-нибудь листья убрать? Надо где-то точно, по-любому еще надо где-то листья убрать, ребят. А где вот только? Так, побей. Открой шпингалеты. Погнали прям с этими вилами, ой, вилами, конечно, граблями. Нам надо все тут осмотреть. Открываем все шпингалеты. Надо с мужем побазарить. И пс... Ну, можно с псом, конечно. Давайте немножко... Так, а где мой муженек? А мой чина? Ты где? Вот он. Вот он, мужчина. Мой мужчина. Привет, мужчина. Опять ты стреляешь. Слушай, может, ты меня прибьешь здесь прям? Ой. Ой-ой-ой. Вон там место аварии. Так в меня не стреляй, пожалуйста. А то вдруг меня еще убьешь. Дун-дун-дун-дун-дун. Побежали. Мы же умеем бегать. Нам надо... Что это такое? Нам надо осмотреться, потому что... Чего ты лаешь? Перестань лаять. На всякий случай мы... Все калитки откроем, как бы. О, что такое? Вторая штука из 20. Мы можем присесть, не? Нет. Так, нам надо этого найти. Мелкого, короче. Погнали поищем мелкого. Я вам сейчас объясню, для чего. Для того, чтобы не попасть в аварию, нам надо изменить ход истории. То есть... Нам нужно... Это где он ржет?
Нет, карту мы рассматривать не будем. Ага, нам нужен ключ, чтобы выбраться отсюда. Они где-то там играют внизу. Я знаю, что это тратит как бы мое игровое время, но... Пойдем посмотрим, пойдем пообщаемся с ними. Да, я знаю, странно то, что я женщина с этими граблями. Погнали, посмотрим. Просто надо менять ход истории, вот и все, чтобы как бы не поменять. Здорово. Чё вы тут? Так, вот тут что-то еще, какая-то штука непонятная. А, это то есть... Все, я понял. Здесь мы должны будем походить тем мужичком. Так, ладно, побежали. Все-таки посмотрим, что будет, если я загружу ту машину. Хватит лаять, пес, задолбал уже. Голова от тебя болит. Уйди. Так, а куда нам надо-то? Я потерялся. Так, вон наша машина, вон она. Вон она. Погнали. Здесь мы не пройдем. Давай попробуем пройти через дом моего любимого. Да, мы тут сможем пройти. Все калитки пооткрывали, все пооткрывали. Нормально. Не, мы не все калитки открыли. Так, а тут у нас что? А, то есть тут я быстрее смогу. Окей. А, коробку мы не можем собрать. Окей. Ладненько. Хотя нам надо, наверное. Все. Можно грабли обратно положить. То с ними, конечно, ходить. Все, положила? Молодец. Теперь мы можем сесть в машину и поехать. Понятно. Тунт. Закрыли. Муж там по кому-то стреляет. Не, слушаешь? Так, подожди, стой. Я пока я к концу дня нет, нет никакому концу дня. Такс, мне нужна веревка или что-то вроде того или как-то так, потому что оно упадет и разобьет. В общем, сложновато немножко. Так. Хотя, в принципе, сложного ничего, просто надо этот... Найти либо веревку, либо... Либо что-то типа того. О, мы здесь листья не убрали, но сейчас это не важно. Так, в дом мы уже попасть не можем. Понятненько. Но нам надо веревка или вроде что-то похожее на веревку. Но вот что это должно быть, непонятно. В общем, ребятушки, мы продолжаем. В общем, смотрите. Так, где у нас живет дед? Где у нас живет дед? Ну давай. Так, побыстрее немножко пробежимся. Нам нужно в данный момент к деду. Так, где дед? Где дед? Где дед? В смысле? А! Я вспомнил, где дедушка. Все. Тут, ребят, все очень запутанно, и каждая история как бы зависит от... Так, у него где тут веревка-то была? А, вот! Вот, смотрите, ребят. Можно я возьму эту веревочку? Мне нужна.
Он такой, дай подумать. Да, естественно, забирай. Ей! Видите? И вы спросите, откуда у меня эта веревка? Я переиграл за пацана. Убил этих... убил жену мячиком. Вот, ну это так надо просто по истории. И, короче, да, пришлось так сделать. Так. Ешка. Вяжем веревку тут. Потом веревка тут. Все. Фух. Да. Так, ладно. К концу дня. Ну, давай. Мы перевязали. Все, поехали. Заводи, заводи свою тарантайку и поехали. Сразу ускоряемся, не будем, короче, тянуть кота за непонятно что. Просто жмем пробел, и она ускоряется. Коробки мы связали. По идее, сейчас никто не должен умереть. Хотя... я в этом не уверен как-то. Скажите, что будет все нормально, пожалуйста. Надеюсь. Давай посмотрим. Так. Так. Коробки пропали. Ну вот и все, видите? Как все просто. Шучу, не просто. Это пипец, ребята, сколько надо помучиться, чтобы вот так вот, блин, пройти эту игру. А также у нас еще остается потом дед и этот мужичок. Чувак, не радуйся, сейчас опять что-то приключится. Вот просто по-любому, сейчас опять будет авария. Я это знаю, это уже... в этой игре это нормально. Так. А, господи, парень ты, бедный парень. Да, она-то пропала. Но... поехали. Давай, врум-врум-врум, поехали, парень, поехали. Так, нам сюда. Вспомните. Вот спорим сейчас, что будет этот мужик с усиками. Я, честно, я не смотрел прохождение этой игры, просто знаю то, что тут будет чувак с усиками. Наверное. Или дед, или мужик с усиками. Сейчас посмотрим. Ну давай, ну. Грузи быстрее, пожалуйста. А, ну вот, я ж говорю. О, нет. Все понятно. Я ж говорю. Авария. Из-за этого мужичка. Все понятно. Ясно, понятно. Так, давай, ну. Ждем. Когда загрузится. Так. Чего? Испугался, парень? Испугался, да? Испугался, ну? Видишь? Тут сейчас будет потом дед виноват в чем-то, то есть, как бы, да. Да, FPS проседает, поэтому... поэтому, да. Так, откатывайся назад немножко.
Сейчас смотрите. Колдуем. И опять открывается эта дверь. Так, чувак, посмотри на меня, пожалуйста. Посмотри на меня. В общем, дорогие друзья, на этом мы закончим с вами эту серию и продолжим уже как-то в следующей, потому что... Как бы, ну, я не вижу сейчас смысла просто продолжать, потому что история будет также повторяться, мы будем спасать его жену. Еще две серии. Так что, может даже одну. Всем спасибо за просмотр данного видео, всем удачи и до новых встреч, пока-пока!